Здравствуйте, меня зовут Денис Журавлев. Сегодня прошел 14-й международный турнир по смешанным боевым единоборствам по версии драка в городе Чите. На этом турнире сегодня я проиграл по очкам хорошему сопернику из Читы, мастеру спорта по боксу. Ну, как бы хочу сказать, не стоит унывать, как бы я собираюсь дальше готовиться, тренироваться, показать и выйти как бы на матч-реванш с этим же соперником, ну и доказать то, что я лучше.